Девушки, работайте, очаровывайте судьи. Лучшие с категории фитнес-бикини, судьи ваши. Что хотите с ним, то и делайте. Но они должны поставить вас в протоколе первым. Ну давайте поаплодируем. Это лучшие бикинистки России. Они выдержали конкуренцию из доброй сотни человек. Ну что ж, да, я прошу вас поставить ноги вместе, и это будет фронтальная позиция пропорции. Пропорция теперь. Ольга. Поворот направо. Поворот спиной. Представительницы Калининградской области Тандилян Софья, 269. Ну что ж, интрига. У каждой из девушек есть результаты вторые, третьи, первые места. Разрыв, в общем, очень небольшой. Но второе место сегодня достается представительнице Свердловской области Мухминова Елизавета, номер 297. Но чемпионкой, абсолютной чемпионкой России, который раз становится Путрова Ольга, номер 400, Москва. Медаль денежный.